Однако информация очень важная, поэтому нам надо рискнуть. Давайте сделаем замеры и уберемся от греха подальше. Они используют водомер, чтобы измерить скорость воды. Посмотрим, как быстро вода падает в эту дыру. Сейчас мы измеряем скорость потока. Готово. Ого, какой сильный. Сила воды создает так много энергии. Какая скорость? Дошло до 15 км в час.